Перспективы возвращения на улицы рекламных тумб обсудил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев в ходе личного приема граждан. Такая форма общения очень важна для каждого депутата, отметил спикер муниципального парламента. Диалог состоялся в рамках единого дня приема граждан. Любовь Васильевна Шемягина обратилась к Евгению Пичуеву с просьбой повлиять на соседа по подъезду. Тот не дает всем соседям спокойно спать по ночам. Неоднократное обращение в полицию ни к чему не привели. Шумит очень ночью. С 24 и выходные, и вообще каждый день почти. Вам нужно просто оформить обращение на председателя думы. И мы тогда пошлем как в РОВД города, как в Твери, пошлем запрос на начальника, чтобы он уже разобрал свои участковые службы, то есть и какой-то ответ или принял решение. И также в администрацию Заволжского района. Известный тверской художник Андрей Юдин с товарищем озаботились проблемой дефицита мест под концертные афиши. Они предлагают вернуть на улицы рекламные тумбы. Тем более, что во многих других городах, в том числе и в нашем Ржеве, они есть. Работа по афишным тумбам у нас уже как бы ведется. Ведется с начала этого года. Разработаны, в принципе, все макеты. Мы предлагаем развить тумбы на сегменты. Прямо под размер афиш, чтобы расклейщик приходил, приклеивал именно размер 60 на 80. Стеклопластиковая колпак, может быть, даже подсветка там будет. Евгений Пичуев согласился с этой идеей, но отметил, что необходимо учитывать контекст каждой конкретной улицы. В совокупности с улучшением внешнего облика города, и это, конечно, необходимо делать, я согласен. Например, есть исторические улицы, где, может быть, надо дизайн совсем быть другой. Где-то есть у нас площади, где, может быть, надо и такой пойдет, и какого-то другого вида. Такие ежемесячные встречи очень важны для депутатов. Так мы узнаем о проблемах, информация о которых иной раз не доходит по официальным каналам, отметил по итогам встречи Евгений Пичуев, который в понедельник еще раз будет общаться со своими избирателями. На этот раз уже непосредственно на участке в Пролетарском районе.